5 октября Центр избирком Беларуси проведет генеральную репетицию в преддверии выборов. Об этом сегодня заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В первую очередь это касается установки связи с избирательными участками по всей стране. 5 октября по цепочке все избиркомы передадут в ЦИК информацию о количестве избирателей, включенных в списки, данные о числе ящиков для голосования, о количестве полученных бюллетеней и другую информацию. У нас все сейчас изменилось. Наша грамотность какая-то политическая и правовая возросла как избирателей, так и самих кандидатов. То, что было доступно и возможно в 90-е годы, вполне возможно, что тогда избиратели очень живо интересовались выборами. Тогда не было проблемы, например, собрать подписи. Вот почему норма в 100 тысяч подписей появилась, например, когда-то в Конституции? Потому что никому в голову не приходило, что это будет препятствием для кандидатов в президенты. А сейчас это стало. Это говорит, что избиратели менее охотно участвуют, но при этом они гораздо больше разбираются. И правовая грамотность тех, кто собирает подписи, и тех, кто их ставит, конечно, намного выше. Также Лидия Ермошина напомнила, что в день голосования 11 октября в столичном дворце республики с 10 утра заработает информационный центр. Здесь каждые 2 часа будут проходить пресс-конференции, где председатель ЦИК будет сообщать последнюю информацию о ходе голосования. Центр будет работать до поздней ночи, до объявления предварительных итогов выборов.